Что же, друзья, мы продолжаем осматривать вот это новое строительство, и у нас модель D, план D. Вот туда нас ведет указатель, идем туда. Вот маленький дворик. Так, маленький дворик. Ну что, заходим? Значит, вот пишут нам, уже не 4 бедрума, а 3. Не 3,5 басрума, а 3 без половины. И это всего 1500 скверфутов, где-то там, ну грубо, 150 квадратных метров, хотя чуть-чуть меньше. Вот это входная дверь в дом, такой маленький предбанничек такой. И вот та дверь, через которую мы зашли, та дверь ведет в... На патио, да. И тут еще одна дверь, тут все в дверях. Эта дверь ведет в гараж. Гараж хороший, на 2 машины. Да, гараж замечательный. Так, 2 машинки, это очень хорошо. Эта дверь, вон там из гаража на улицу. Тут еще одна дверь. Вообще дверей тут, мама родная. Это шкафчик, просто для верхней одежды. Ну и для обуви. Итак, друзья, на первом этаже тут не происходит ничего особо. Значит, мы движемся на второй. Так, когда вы покупаете такой юнит, он еще строится, вы можете доплатить за отделку. Там есть большой выбор, там каталоги и так далее. Вот мы пришли и оказались сразу в кухне. Такой светлой, симпатичной кухне. Дайнинг. Так. Да, тут у них телевизор стоит. Балкончик маленький. Туда можно пойти. Вот видите, там еще строится напротив. Да? Вот юнит напротив. Там еще стройка идет. Угу. Ну что же. А что там, Свет? А здесь еще спаленка. А, есть спаленка с туалетом. Пошли. Да. А то я думал, тут кроме кухни вообще ничего. Ну, нет, спаленка такая. Тоже 12 метров. Наверное. Так, туалет. Потолок хороший. Достаточно высокий потолок. Тут уже до 9 футов там. Угу. Так. Ну что же, давай посмотрим. На. Да, достаточно высоко. 1.3 метра есть, да. Так. Небольшая спаленка. Ничего. И вот вид в окно здесь приятный такой. Прям такое... Это в чужое окно. Прям в чужое окно. Ну, такой Прованс. Потому что не на помойку, ничего. Так, ну, он в чужое. В чужое окно вид. Ну, хорошо. Ну, цветочки пока не завяли, хорошие. Да, да, цветочки вообще, господа, прямо как в Европе. Нет, смотри, что получается. Они сняли сетки. Да. Этим цветам был доступ, чтобы их можно было посадить. Но вообще-то в обычное время здесь сетки стоят. Поэтому добраться до этих цветов в реальном времени... Ну, это вопрос, конечно, как все это потом поддерживать. Ну, я думаю, что это никак. Правда. На момент продажи, конечно, это одно. Цветочки-то, а потом дальше... Сейчас сеток нет. Дальше надо жить. Идем на третий этаж. Такой коридорчик, конечно, танки здесь не пустишь. В смысле, простора немного, но на нас со Светланой хватает, а мы не худенькие. Так. Нет, я не хочу, чтобы мы застревали. Значит, это, понятно, стиральная сушильная машина, шкафчик. Мило, мило. Вот только заходишь на этаж, сразу можешь вытащить что-нибудь из стиральной сушильной машины. Вот такой вид вниз и на соседей, в общем. Как-то, ну, не так плохо. Так. Вот. Спальня. Ну, приятная. Да? Она такая, это, видимо, мастер-бедрум. Ну, уже здесь 2 мастера. Вот. Спальня приятная. И просторный тут санузел. Туалет. Душ. Так, на 2 раковины, значит, умывальничек и такой вот относительно просторный walk-in closet такой. Света говорит, что это на семью с одним ребенком и с бабушкой. Потому что там та самая, на втором этаже еще одна спальня, которая тоже с туалетом. Где она? А вот она рядом. Да ты что? Если одного ребеночка сюда?
А мы не видели. Ага. Так. Еще одна спальня. Так. Одна спальня. Небольшая, но нормальная. Не, ну хорошо, здесь нормально. 12, вот так тут. Нормально. Я тут в угол сейчас зайду. Вот такое зеркало к месту. Так, и там вот, видимо, санузел еще один. Такой не безумно просторный, ну ничего. Ну, на одного человека это нормально. Да, да, очень даже нормально. Итак, друзья, нам дали вот бумажечку с ценами. Получается, что последний юнит, который мы смотрели с тремя бедрумами, значит, он стоит, они хотят где-то примерно в районе 1400, чуть меньше, миллион 400, миллион 378, миллион 383, а вот план G, который вот у них тут продался, он миллион 500. Слушай, надо сказать, что разница буквально там 100, 130 тысяч. Ну, это еще один одна спальня. Ну да, в общем, вот теперь вы знаете цены.